Bye.
Чистыми преданными жителями Вриндавана, обитателями Вриндавана и в особенности с гопиями. Так Джаганнатха – это сам Кришна. И хотя Кришна явился на Джанмаштами на восьмой день темной половины месяца, месяца Бадра, этот вот день, который относится к Джьёштха Пурними, является днем, когда Господь явил это свой особенный облик. И в этот день Господа Джаганнатху омывают очень большим количеством воды. И после этого в течение двух недель он находится в уединенном месте, где, поскольку на него вылили очень много воды, то краска, которая была на его теле, поблекла, обычно блекнет, и поэтому его забирают и наносят новую краску. Считается, что он болеет, но в действительности Господь никогда не болеет, как пишет Гурбагинда Махарадж. Итак, этот праздник описан, этот день описан в Сканда Пуране. И также сама история, когда Кришна явил этот облик, очень замечательно, она описана одним поэтом. Как пишет Гуравинда Махарадж, фактически не осталось этой поэмы, детальной поэмы, осталось только несколько пальмовых листов, которые описывают то, как Господь явил этот свой удивительный облик. Итак, в Двараке, когда пришли жители Вриндавана, когда пришла мать Рахини, которая является матерью Господа Баларамы, то жены Кришны окружили их и стали спрашивать. Мы не можем понять. Кришна живет в таком прекрасном месте, как Дварака. Живет в великолепных дворцах. Его окружают 16 тысяч прекрасных цариц. И по ночам он произносит во сне, он мучается и произносит имя Шримати Радхарани. Он взывает Вриндавану, он произносит имена гопи Вриндавана. И они спросили, что у вас там происходило? Что там такое, что там за таинство такое в Вриндаване, что Кришна получил уже все, что только может пленить его сердце и его разум, но тем не менее во сне он постоянно говорит о Вриндаване. И мать Рахини сказала, вам этого не понять. Раджа Лила Кришны чрезвычайно сладкая, опьяняющая, и вы не поймете ее. Но так и быть, чтобы удовлетворить ваше любопытство, я вам расскажу о ней. Но только это повествование о вриндаванских лилах Кришны так пьянит и очаровывает, что даже Кришна и Баларама, когда слышат
повествования об этой Кришна-лиле, где бы они ни находились, они оставляют все и приходят в это место. Но если они появятся здесь, я не смогу больше продолжать. Поэтому нам нужно устроить так, чтобы они не могли сюда зайти. Кто-то должен стоять на страже. Тогда, посовещавшись, все решили, что это будет Субхадра. И Субхадра встала в дверном проеме, так вот поставив руки. И стоял на страже. И начал, но в то же самое время она сама слушала рассказ матери Рухини. Слушала Раджа Лилу Катхани. Она слушала весь этот нектар, который изливался с уст Рахини. И ее сознание погрузилось, и ее сердце ушло во Вриндаван. И когда она стала переживать все эти глубокие чувства, которые вызваны любовью Кришны и любовью к нему, обитателей Вриндавана, то она совершенно забылась и пришла в экстаз, отчего проявилась ее вот эта вот экстатическая форма. Расширились ее глаза, округлились, ноги, руки втянулись в тело. И вот так вот она стояла в этом, в этих дверях. И в это время пришли Кришна и Баларама. И когда они остановились и стали слушать, что же там происходит, они пережили те же самые экстатические чувства. И они полностью забыли себя. Их глаза округлились и расширились, руки и ноги втянулись в тело, словно конечности черепахи. И так они втроем стояли в дверях Джаганатха, Баладева и Субхадра. Так я понимаю, что вот это переживание вот этих вот чувств длилось не так-то долго. Не так долго они были в таком состоянии. Но в этот момент появился Нарада Муни. И когда он появился, он стал созерцать эти прекраснейшие экстатические образы Махабхава Пракаши. Махабхава означает глубокое чувство любви. Маха означает беспредельное. Такое, чему, что маха означает, никто не может превзойти это чувство. Бхаву, эту любовь. И вот Пракаша также означает разлука. Кришна являет эту форму, это вот состояние, экстатическое состояние в разлуке с теми любовными играми, которые он оставил во Вриндаване. И Нарада Муни, увидев эту форму, он приблизился и стал наблюдать ее, стал наблюдать необычные черты Кришны, Баладевы и Субхадры. И он воскликнул. Но когда он появился и стал наблюдать, в этот момент Кришна пришел в себя, Баларама пришел в себя, Субхадра. Они опомнились. Все исчезло. Нарада Муни стал кричать, я уже видел. Я уже видел. Я видел это. И он пришел в необычайное состояние восторга, состояние тоже вот экстатических чувств. И он сказал, я видел, Господь, единственное, чего я хочу. Пусть эта форма Махапракаши проявится в определенном месте. И пусть все люди мира смогут увидеть этот ваш прекрасный облик, чтобы поклоняться вам в этом облике. И поскольку, чего бы ни пожелал, чистый преданный Кришна не стал удовлетворять его желание. И Кришна ответил, татаску, да будет так. И поэтому Кришна явился в Пури в образе Джаганатхи.